Иное измерение русской культуры. Семён Яковлевич Надсон. Реверье. Посвящается артистке госпоже Зейпт. Читает Евгений Бразов-Брушковский. Затих блестящий зал и ждет, как онемелый. Вот прозвучал аккорд под опытной рукой, и вслед за ним, дрожа, неясный и несмелый, раздался струнный звук и замер над толпой. То был родной мне звук. Душа моя узнала в нем отзвук струн своих, и из моих очей, как отлетевший сон, исчезли стены зала и пестрота толпы, и яркий блеск огней. Широко и светло объятия распахнувший иной, прекрасный мир открылся предо мной. Только видел я смычок к струнам прильнувший, да бледное лицо артистки молодой. Как чудотворный жезл волшебницы могучей, он, этот трепетный и вкрадчивый смычок, за каждой нотою и нежной, и певучей ответных грез будил в груди моей поток. И шли передо мной в лучах воспоминания под звуки реверье, бежавший как ручей, и светлая любовь, и яркие мечтания, и тихая печаль минувших юных дней. (1883 год). Читано по изданию стихотворение Семёна Яковлевича Надсона. Издание 22. Санкт-Петербург. Типография Скороходова. 1906 год.